Всем привет! Всем. Хочу вам показать орхидею. Наконец-то 1 марта она выпустила стрелку. Будем ждать, когда она зацветет. Также листик выходит. Но... Увлажняю, опрыскиваю. Очень рада, что она наконец-то у меня зацветет. Прошло 3 недели. Хочу вам показать. Вот такой уже стал росток. Скоро зацветет, почечки набухли. Очень рада, жду с нетерпением, когда она меня порадует, моя орхидея. И вот снова я спешу вам показать свою орхидею. Очень рада. Буквально где-то через месяц она у меня зацвела, распустилась. Вот такой цвет. Симпатичный. Я очень рада. Также она у меня выпустила еще одну стрелочку, еще будет один цветонос. Вот так хорошо уже вырос лист, который я вам показывала в начале видео. Сегодня уже 10 апреля. Вот в таком состоянии она у меня находится. Она меня радует еще больше. Соответственно, у меня будет больше цветов. Вот такое средство я купила в фикс-прайсе для орхидей. Концентрированное удобрение, органоминеральное. В общем-то, обрабатывала, опрыскивала, поливала. Период применения данного удобрения март, с марта по октябрь один раз в неделю, с ноября по февраль один раз в месяц. Использую для корневой подкормки и вне корневой подкормки. Удобрение разводится, как показано в инструкции. В общем-то, результат налицо. Результат есть. Я очень рада. Вот такая красота у меня распустилась. Я очень рада. Всем спасибо за просмотры, за лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, что вы были со мной. Всем пока-пока.